Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья! Тут стало известно у нас, что новый Elephone C1 доступен за $119.99. Ссылка на товар в описании к видео, переходите, покупайте, ребята. С 28 сентября по 15 октября включительно Elephone собирает предзаказы на новый цельнометаллический смартфон Elephone C1. Несмотря на то, что в ассортименте производителя данный аппарат относится к категории бюджетных устройств, он из коробки работает под управлением Android 6.0 Marshmallow. Elephone C1 получил 5,5-дюймовый HD-дисплей, прикрытый закаленным стеклом. В нем установлен 4-ядерный процессор от MediaTek, слот для карт памяти microSD объемом до 64 ГБ и 13-мегапиксельная камера. В период предпродажи Elephone C1 можно заказать на AliExpress по цене всего за $119.99. В Elephone C1 производитель особое внимание акцентирует на камере. В смартфоне используется 13-мегапиксельный сенсор OV8856 с поддержкой записи видео в формате Full HD и предусмотрена двухцветная светодиодная вспышка, которая позволяет сохранить натуральные цвета. Elephone C1 выпускается в двух вариантах – золотистым и темно-синим. Технические характеристики Elephone C1 такие. 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD, 4-ядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, графический ускоритель Mali T700. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.